Да, да, вышло обновление, ребята, это не фейк, это не вброс, это не концепт, реально вышло обновление, 0.13.0, погнали качать и смотреть, что же там будет. Ребятки, я уже в обновлении 0.13.0, давайте посмотрим на все это более детально, как же все это классно, как же все это круто, у меня нету слов, внимательно посмотрите на все это, просто, ребятки, как же это круто. Кто ждал обновления, ставь лайк. Все, не буду вас томить. Поехали смотреть новую коллекцию. MyStandoff.com. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, давайте все это смотреть. У нас есть, как обычно, Free Pass и есть Gold Pass. Но мне самое интересное, это, ребятки, посмотреть на новые скины. Как я вижу, тут есть наклеечки. Наклеечки есть самые обычные. Начиная от обычных рарок, грубо говоря, да? Заканчивая арканами. Посмотрите, какие классные. Не, ну правда, эта наклейка не очень. А вот вот это мне нравится гораздо-гораздо побольше. И все, ребятки, наклейки имеют отсылку к карте Зона 9. Также, помимо всего этого, посмотрите на эти новые оружия. Сколько добавили новых оружий. Это просто вынос мозга. Посмотрите, давайте просто на каждый из вас молча посмотрим. Вот буквально на пару секунд посмотрите на каждый из этих скинов. Ну вот скажите, вот разве это недостойно вашего лайка? Вы просто обязаны за это поставить лайк и подписаться на канал Кента ПК. Как же все это круто! Я просто в шоке, у меня нету слова, ребята. Особенно смотрите, М40 аркану. Добавили М40 монстр, это новая аркана. Раньше никогда в жизни не было М40 арканы. Так, давайте смотреть дальше. Мне прям страшно нажать. Блин, ребята, как же все это круто. Я просто очень-очень сильно рад. Что? Добавили Rainbow стикер паки? Добавили стикер паки. То есть это то же самое, что и хэллоуинские стикер паки. Будет то же самое. Я скажу сразу, их надо беречь и не продавать, и не открывать. Потому что именно благодаря им вы сможете себе заработать очень много голды в будущем. Потому что они будут стоить очень-очень дорого. Наподобие гифтбоксов, я вам это гарантирую. Давайте смотреть дальше. Вау, ребята, я уже хочу сдонатить. Я думаю, в следующем видео я сдоначу и куплю всю эту коллекцию. Ну давайте домотаем до самого конца и посмотрим на новый нож. Новый нож. Где нож? Где нож? Где нож? Быстрее дайте. Кунай! 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 Мне плохо, мне плохо. Новый нож. Я хочу тебя. Ребята, это новый нож. Вы не поверите, это не вброс. Малышка, кунай! Кунай! Как же это классно! Вот это да! Блин, ребята, у меня просто нету слов. Посмотрите, какие они замечательные. Я хочу Kunai Radiation. Я хочу, я мечтаю о этом скине. Это просто мечта всей моей жизни. Ребята, я уже хочу сдонатить. Набираем 5к лайков, и я выпускаю продолжение. Так, а это... Kunai Reaper, вау, как же классно, это Kunai Position, вау, очень-очень круто, так, Kunai Luxury, о, как раз для меня, для мажоров скин, и Kunai Bone, вау, ребятки, как же все это классно. Так, ребятки, а теперь переходим в раздел магазин, и сейчас вы увидите нечто, просто вы будете в шоке не меньше, чем я. Добавили стикер-паки и новые кейсы, прикиньте, и то, и стикер-паки, и кейсы, и стикер-паки, и кейсы. Так, ладно, покупаем просто по штуке, я просто хочу купить по штуке, я прям при вас открыть, буквально пару штук. Так, покупаем, я хочу открыть, ребята, прикиньте, это не сон. Поехали, открываем, и что же мне выпадает, как вы думаете? А мне выпадает... Рарка, но ничего страшного, я не расстроен, потому что, ребята, это только начало, как же это классно. И открываю один скорпион кейс. Полетели. И мне выпадает со скорпион кейса эпик. Ништяк, слушайте, ребят, я тоже очень-очень рад. Это мой любимый дробовик, я теперь буду играть с этим дробовиком, это мой самый любимый дробаш в мире. А, да, кстати, я и забыл вам показать новую коллекцию. Ребятки, давайте посмотрим коллекцию скорпион. Это... 4 новых ножа. Честно говоря, они очень крутые, и я хочу себе хотя бы один такой. Как же я хочу выбить себе скорпион! Ах, ребята, мне прям плохо. Посмотрите на эти 4 крутых скина. Также добавили новую аркану на АКР. Слушайте, ништяк. Обалдеть, вот это я понимаю. Вот это круть, ребятки. Посмотрите на вот это. Блин, как же это классно, как же это круто. Я хочу себе АКР Дрэгон.
Давайте все скины по-быстрому просмотрим, чтобы мы понимали, о чем идет речь. О, кстати, похоже на М4 Predator. Я думаю, вы помните этот донатерский скин с донатерской коллекции. Так, 5-7, тоже неплохо, неплохо. АКР-12 Carbon, тоже-то, ребят, ништячок. Так, вот этот дробовик я уже себе выбил. Короче, ребят, набираем 7к лайков. Я снимаю еще следующее видео открытие кейсов. Короче, у меня сколько идей, вы даже не представляете, сколько контента, сколько всего. Как же я этому очень-очень рад. Как же у меня бомбит, ребята, только что из-за того, что очень большой онлайн, сервера просто легли, и никакой сервер в Stand of 2 не работает, потому что вас очень много. И, к сожалению, сервера не работают, и не ясно, когда их поднимут. Но давайте я вам пока что расскажу, что же добавят дальше, исходя из видео около разработчика Джампера. Также добавили новый режим перехват, ребятки, обязательно на него посмотрите, он очень крутой, он на карте Зона 9. Также изменили карту Зона 9 и карту провинции, это просто что-то невероятное, это просто что-то очень-очень крутое. Давайте посмотрим, посмотрите на замечательный геймплей, посмотрите на все это, ребята, измененная карта Зона 9, это... Новый режим, блин, как же это классно! Ребятки, я планирую снять видео про этот режим, поэтому обязательно ставьте лайки, и мы вместе с ТикТаком, или я там вместе с подписчиками поиграю в режим перехват. Это очень круто, очень классно. Суть его, что надо донести груз до определенной точки. А команде спецназа надо не дать донести этот груз. Для стендоффа это вообще что-то новенькое, потому что такого раньше никогда не было. Это очень прикольный новый режим, и, блин, как же это классно. Ребят, посмотрите, я хочу уже играть, я хочу уже проходить этот чертов режим. Также изменили карту провинции, не стоит забывать. Посмотрите, как она классно измененная. Ну, правда, не хватает коня, ребят, хэштег пресс-ф конь. Блин, ну а так все очень-очень круто. В общем, ребятки, ждем, пока поднимут сервера. Возможно, вы смотрите это видео, и сервера уже работают. Так вот, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, потому что у меня будет много видео про обновления, я вам расскажу абсолютно все. С вами был ваш Кент, пока, это экстренное включение, всем удачи, всем пока.